Ну что? Доброе утро, ребята, привет! Привет! Хорошенький. Жить после сдачи диплома. Смотрите, ходим заниматься сейчас. Спорт тайм. Да, стабильно. Не жрём говно. Хотя вчера чуть поели, но вчера можно было. В общем, вчера можно было. У нас новая жизнь. Сколько бежим? Сегодня на хотя бы 8 кругов. Давай. Сегодня будем ставить перед собой задачи без остановки 8 кругов. Ты обычно остановишься, знаешь? Не, давай. Можно остановку после 5-го сделать, вот так вот, пройти полкруга. Короче, дело я не буду делать. Я потому что потом сбиваюсь и все. В смысле? Ну, беги тогда 8 сразу. Все, бежим 8, сейчас разомнемся. Да. И в путь. Паша будет нежирным совсем скоро. Да, скоро совсем будет. Он там уже это, настроился. Да, настрой, да, настрой. Че, еще 10 пробежишь? У меня дыхалка-то живая, вот. А вот пузо держит. Не, ноги вообще толстые. Ноги? Хотя нет, ну Антона и работа заебалась. В общем, Пашка пробежал 8, я пробежала 7. Сейчас мы позанимаемся еще. И все. Что будем делать, бёрпи? Давай, подумаем. Все. Я рип. Паша тоже, походу. Паш, как дела? Ты довольна? Сейчас будем челлендж снимать. Очень прикольный. Там есть можно будет еду из мака. Мы 100 лет уже не хавали всякое дерьмо. И тут я сказал, что в этом челлендже первым действием будет и съесть из маков еду. Я что, не дождусь уже, пока мы начнем. Девка довольная. Вообще не могу, блин. Даже тут... Все будет круто. Что еще хочу сказать? Наконец-то! Теперь я отошла от диплома. Наконец-то теперь я отошла от диплома и готова прям в бой уже работать, уже не халтурить, потому что уже нельзя халтурить, знаете, отговорок уже нету. Типа я там диплом пишу или что-то еще. Сейчас уже нужно прям вот работать. Не в плане, что работать, идти на работу, а работать над каналом, над проектом. Также много что планирую сделать. И не будем останавливаться. Спасибо всем тем, кто поддерживал, пока вот нас не было. Сейчас очень такой, ну, долгий, грубо говоря, срок. Спасибо всем, кто писал, спасибо всем, кто поддерживал. И я скоро совсем возобновлю на своем канале видео. Хочу их сделать очень такими качественными и интересными. Есть уже несколько задумок. Так что ждите. И сейчас... Снимать будем для вас челлендж. Я уже жду Пашу просто 10 лет. Как бы... Че, еще раз? Ляхи-то не видно. Ляхи не видно. Твои, по крайней мере. Ну, твои-то пофиг. Ты не блях. А у тебя ляхи, да? Да. Окей. Что сказала? Ничего. Говори ты. Ничего не говорю. Говори. Жду. А если челленджа не будет, можешь убирать свет. Твой челлендж закончился. Мне еще жестко. Тихо ты. Что такое-то? Как я еле не вперед. Ты меня постоянно обижаешь. Все уже ребята говорят. Все уже ребята говорят, конечно, сам говоришь. Короче, Настя решила все-таки пожрать бургер. Заявка лучше будет. Сейчас. Это нормальный. Это нормальный, да. Как у меня губы-то жгёт.
Влад, как будто я не знаю. А говорят, в саде знаешь что? Губы перцем натираю, чтобы они больше стали, мне больше. Блин, такой дебильный вопрос. Я вообще не могу. Да, да, Настя. Поздравляю тебя. Не зря я тебя пранковал. Если бы тебе так сделали. Что-то мне это не нравится. Нормально. Хочешь, я тебе покажу, как я на него отреагировал? Давай. Пошли. Сейчас покажу Насте, какая моя была реакция. Мне пришла наконец-то посылка от Андрея Ежова. Посылка, в которой находится самый острый перец в мире. В общем, честно, боюсь спалиться. Нужно будет сейчас продумать, как это все осуществить. Как осуществить, чтобы Настя покушала его. И... ой. Не знаю, если сегодня будет видео, сегодня смогу, если... Сейчас вот пока ее нет, буду думать, как все осуществить. Сейчас я вам открою, покажу. Друзья, вот она, открыточка, какая-то трешовая открытка от Ежова, и вот они, пакетики заветные, с самым острым перцем в мире. Я не знаю, сейчас давайте вместе с вами, пофиг, попробую на видео, что будет, хотя бы просто чуть-чуть совсем. Так, я тут ел Меллер, достаем и попробуем слегка перца, просто попробуем. Маленький-маленький-маленький вот такой вот кусочек. Все нахуй горит. Я вообще не понимаю. Я тебе еще немножко положил специально. Я боялся, что тебе так херово будет, как мне с одного. Понимаешь? Ты думаешь, я херово? Ну да, ну просто... не знаю. Я ожидал, что вот с того количества, что я положил, уже будет прям так, что будешь визжать. Ты посмотри на меня, я с одной херни так. А мой язык, блядь, пиздец, он вообще нахуй его жжет. Я просто вот без еды один маленький положил, поел. У тебя все нормально. Я уже мороженка отстыла, как будто. И снова плохо становится? Да. Ой. Ужас. Не ешьте жесткий перец, он жесткий. Ежов ТВ, спасибо тебе, кстати. Все, кто не в курсе, Ежов ТВ — это наш хороший друг. Подписывайтесь обязательно на него. Благодаря ему у нас получилось сделать этот пранк. И вообще все получается. Я тебе, Ежов! Всякую штуку там Пашина присылала. Теперь я прям вот Ежов, твоих рук дело, можно сказать. Я тебе припомню. Вот так вот. Так что бойся. Ладно, давайте. Всем счастья, здоровья. Это был влог, который состоял вообще, в котором все состоялось. Мы рады, что мы сейчас свободны. Настя закончила учебу. Всем вам счастья, здоровья. И Настя ест мороженое, как вы слышали. Вот это да! Что? Вот это хорошо пошло. Что? Курочка.
Курочка. Курочка? А что, ты щека уже загорелась? Нет, все. Все, давайте всем пока.